Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России. Об этом сообщает ряд профильных СМИ со ссылкой на РФС. Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым приняли решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом. РФС начинает работу по поиску кандидатов на эти позиции, говорится в сообщении. Черчесов работал в сборной с 2016 года. При нем национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018. А на Евро-2020 заняла последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Срок контракта тренера был рассчитан до 30 декабря 2022 года.